Итак, фестиваль Dream Day, первый фестиваль. Как видите, народ собирается. В общем-то, достаточно все душевно получилось. Вячеслав приехал из Москвы, ну, для того, чтобы все встретились, познакомились, пообщались. Мотоциклы, да, они мне больше, чем машины, нравятся, конечно. Скажем так, мероприятий, где бы присутствовал определенный формат, не так много. До этого было неделю назад закрытие мотосезона, а сейчас вот Dream Day. Фестиваль, к нему готовились очень долго. Две недели. Две недели, да. Мальчики, давайте еще, пожалуйста, подходим. Есть! Есть, это не Очень надеюсь, что это войдет в традицию в какую-то. И я с удовольствием приеду сюда еще. Кому эта идея понравилась, все откликнулись. Ну, сами видите, здесь людей очень много. И из юга, и с севера, откуда. И побольше, чтобы это было традицией. Традицию, да, да, традиция обязательно. Замечательное впечатление. Где-то часа два я уже здесь. Все очень хорошо. Ну, все благодаря друзьям нашим. И еще раз друзьям. Ну, а все, кто захотел поучаствовать, у кого есть возможность там какие-то подарки от себя там или еще что-то, они, в общем-то, это все так и сделали. Что было в наших силах? Мы все сделали. Вы рады? Да. И мы тоже.